Приветствуем вас на выставке МИР-2013, где DSL представляет свои новые продукты. Один из этих продуктов, точнее линейка продуктов, это новые лансеры. Теперь они называются Lancer 960H, потому что он позволяет записывать 960 точек по строке, оцифровывать 960 точек по строке. Это предназначено для записи таких камер, как, например, ActiveCam, ну, любых камер с разрешением до 700 телевизионных линий. Однако теперь у нас в линейке лансеров 4 модели. Это, как обычно, стандартный Lancer 960H4 в миниатюрном исполнении и, соответственно, так сказать, для двух жестких дисков размером 2,5 дюйма. Это в основном предназначено для разрешения размещения в банкоматах и других компактных, где необходима компактность. Вот. Но также мы представляем две новых модели. Это 8 и 16 каналов. То есть теперь возможно использовать решение для автономной видеозаписи или для использования как 16-канальный или 8-канальный IP-видеосервер. Каждый канал будет оцифрован с разрешением 960x576, 25 кадров в секунду, и там передан сеть или, соответственно, записан на два жестких диска стандартных 3,5 дюйма, размещенных внутри этих приборов. Еще одной отличительной особенностью и трендом рыночным нужно говорить о разъеме HDMI, который здесь у нас есть и позволяет подключать любые мониторы с разрешением 1080p, чтобы смотреть в максимальном качестве камеры, которые к нему подключены. Здесь у нас подключен генератор, который позволяет вам увидеть, что разрешение в записи действительно может достигать 700 телевизионных линий. Спасибо за внимание. Ждем вас снова.